28 августа начальник управления коммунального хозяйства города Хасавюрт Арсланали Мустафаев совместно с сотрудниками администрации выехали с рабочим визитом по проводимой федеральной программе «Формирование современной городской среды» на перекресток улиц Алиева и Грозненской, где проводятся работы по возведению мини-парка. Были проведены переговоры с жителями многоэтажных домов и проведен опрос о проделанной работе, также выслушаны пожелания. Начальник управления коммунального хозяйства города Мустафаев рассказал о ходе работ. Скверчик парк, мини-парк по улице Гоинская, Алиева. Разговаривали, вызывали жителей, опрос проводили. Возводится вот фонтан согласно проектно-сменной документации. Будет обсуждали, где газоны установить, где их отмостки, мнение жителей. На их вызывали как раз жителей 78А, 78Б, 76 дом, 76А. Мнение граждан тоже выслушали, пожелания тоже выслушали ихние. Согласно пожелания ихние, то, что смети нету, тоже учтем мы, реализуем, чтобы жители домов были довольны. Рита Аскерова, жительница одного из многоэтажных домов, поделилась мнением относительно федеральной программы и проводимых работ. Я жительница этого района, дом-то там немножко, но все равно. Вот что считаем, будет здесь, как нам сказали, я считаю, что это будет очень красиво. Даже люди прохожие будут на это смотреть, проезжающие будут смотреть. Красота, отдыхать здесь можно, с детьми играть. Ну, как было, не сравнить, что сейчас будет. Ну, конечно, мы потом увидим, что будет. Там вот и фонтан будет, и это. Это ж какая красота. На данный момент основная подготовительная работа полностью завершена. До конца текущего года все работы, проводимые в рамках программы формирования современной городской среды, планируются к сдаче. Курбан Гериханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».